В Иштыханском районе в честь 32-й годовщины независимости нашей страны введено в строй новое административное здание управления юстицией. Объект построен на основе государственно-частного партнерства. На его строительство и оснащение выделено более 1 миллиарда 200 миллионов сумм. Бугун Иштыхан туманыдаги 270 мин ахалыны бир сөз билан айтканда хамасынын кайфияты ало даражада. Ularning yuz ko'zlariga qarasangiz, bugungi kundan, bugungi olib borilayotgan siyosatdan mamnunligi, xursandchiligi sezilib turibdi. Mana shu yaratilgan sharoitlarni ko'rib, muhtaram prezidentimizga nisbatan duolar qildik, shukronalar bildirdik, mamlakatimizga tinchlikni tiladik. Eng asosiysi adliya bo'limi bu xalqimizning og'irini yengil qiladigan, uni eshitadigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilot. Новое здание Иштыханского районного управления юстиции и Центра юридических услуг создано для улучшения качества оказываемой правовой помощи гражданам. Теперь каждый сельский житель может обратиться с волнующей его проблемой и получить необходимую помощь. Государственные служащие, работающие в системе юстиции, стремятся защитить законные права и интересы населения. Islohotlar bo'lyapti. Ishtixon tuman adliya bo'limi hamda yuridik xizmat ko'rsatish markazining yangi binosi ochilish marosimi o'tkazildi. Demak, bu bino birinchi navbatda xalqimizga xizmat qilishi kerak. Davlat byudjeti mablag'laridan xarajatlar bo'lmagan, ya'ni davlat xususiy sheriklik shartlari asosida mana shu binoni foydalanishga topshirdik. Albatta, kelgusida mana shu davlat xarajatlarini qisqartirish evaziga mana shunday binolarni ko'proq barpo etish niyatimiz bor. В целом, благодаря подобным мерам и новым механизмам диалога с гражданами, внедряемых в практику, государственные органы и организации стремятся обеспечить интересы населения и предоставить им качественные услуги.